Всем привет, с вами Дэнни. Я отдохнул, поспал и готов нагибать. Надеюсь, в этой серии я тупить не буду. Ну давай, подруга, найдем место, найдем лут и начнем убивать. Буду действовать сегодня скрытно. Максимально. Так. Вы все сюда летите, козлы? Мне кажется, в этом сарае что-то есть. Давай, подруга. Хватай, бежим. Отлично. Дробовик. То, что надо на открытом пространстве. Короче, я подумал и решил. Буду действовать от границ. Буду прятаться максимально. Уже пальба идет. И стараться держаться границ бури. Тогда я по-любому выживу. Не вижу его. Вон он. Давай, по-шустрому. Опа. Уже реклама бури. Давай, подруга. Блин, а где она? Охренеть, опять и далеко. Че, она свалила? Где? Где? Дай мне сделать мой второй фраг. О, хоть какое-то разнообразие. Броня. Блин, пригодится. Где же она, собака? Пойдем хапнем патронов. И схватим броньку. 2 минуты есть. Блин, уже свалило, наверное. Ну, хрен с ним. В этот раз будем ниндзей. У меня по-любому все получится. Я уже почти в топ-50. Ну, хотя бы кого-нибудь убить получится сегодня, нет? Так. Никого и ничего. Она по-любому уже стартанула. Или он. Давай тоже стартанем. Тут никого? Точно? Все, я буду действовать аккуратно, скрытно и тихо. И мне по-любому все получится. Ух ты, там что-то полезное. Я даже разговаривать тише буду. Отлично. Теперь есть еще один дробовик для открытых пространств. Блин, надеюсь, в этом городке никого нет. Двери закрыты. Минута. Бежать дофига. Блин, попробуем смотреться здесь. Отлично. Штурмовая винтовка мне как раз сейчас пригодится. А что ты мне подобрал? Сейчас по-быстрому осмотрел второй этаж. И надо стартовать. Всякая хрень. Крыша. Блин, 30 секунд. Все, пора. Блин, это место вообще никто не лутал, походу. Мне же лучше. Сейчас по дороге всякого говна насобираю. Подними, ну, молодец. Все, затикало, зараза. Все, валим. Валим, не хочу терять хп. Блин, подожди, аптечка пригодится. Все, валим, 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 валим. Ай, блин, зараза. Так, пока. Попробую по прямой. Сундук залутан, тут уже кто-то убит. Давай на тебя поменяем. А дробовик мне не нужен. Все. Показалось. Как будто там кто-то шевелился. А может и не показалось, хрен знает. Валим. Но она, в принципе, не так уж близко.
Так. Давай в ту сторону немножко. Вот к этому лесу пойду. Ты смотри, я уже топ-35. Неплохо. Даже никого не убиваю. Может, просто шкериться от всех? Правда, в конце меня будет ждать босс. Залутанный. Да у срачки. Тихо. За мной шел? Так, он такой же интересно. Так. Надвигается. Ладно, валим. Аккуратно валим. Собака бегает. Блин, придется валить куда-нибудь сюда, в эту сторону. Не хочу с ним сражаться. Хоть у меня есть броня, хоть у меня есть аптечка. Но аптечка-то всего одна. И, наверное, здесь кто-то есть. Попробую сюда забежать. Занять место. Может быть, получится. Если он и есть, то я его точно не увижу. Что это? Выдержанные напольные копья? Что за херня? А где она? Ой, 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 валим. Что-то я забыл, что она надвигается. Давай, 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 давай. Аккуратно. Все, отлично. Блин, тут был сундук. Кто-то его уже залутал хорошенько. Так, давай пока займем место повыше. Посмотрим, что это за ловушка. Хрен его знает, что она дает. И если что, будем отстреливаться. Так, где? Вот она. И что она дает? Ладно, хрен с ним, разберемся. Так, это сюда, это сюда. Отлично. Зачем мне этот говёный дробовик? Выкинь его. Блин, еще меньше круг. Да почему меня все время ведут в дальнюю сторону от меня? Попробую пробраться вдоль озера. Там наверняка люди пойдут. Нет. Пойду здесь. Я по-любому должен выжить в этой серии. Хотя бы подольше, чем в прошлой. Ну, тут, походу, вообще никто не бегал. Я смотрю, пушка валяется. Синяя. Синяя это лучше, зеленая, не знаю. Сейчас проверим. Блин. Какие здесь прыжки беспонтовые? Не допрыгивать нифига. Все, я в домике. Так. Синий, зеленый. Да, синий лучше. У него 35 урона за выстрел, а у этого 33 у зеленого. Значит, будем пользоваться синим. Так, синий сюда. А зеленый можно? Да, можно выкинуть вообще. Собака. Заметил, да? Урод. Выцеливает. Козлина. Или это не он? Блин, хер знает. То ли он пробежал, то ли он там сидит. Буря. Буря скоро начнется. Походу пробежал. Да, вот он. Не, я не попаду отсюда. О, буря затикала. Капец. У них там война вовсю идет. Блин, парни, надо собраться. Надо просто убежать вместе, а потом уже сражаться. Это говно нас съест. Ты посмотри, как оно быстро надвигается. Просто валим. Просто валим. Подруга, я тебя не трону. И ты меня не трогай, ладно? Не будешь лутать. Ну и правильно. Ёлки, да она уже на пятки наступает, собака. Успею залутать что-нибудь. А тут ничего полезного. Дробовик. Нахера мне дробовик? Все, валим отсюда. Давай по низам.
Надо как-то аккуратно занять то место, чтобы меня не убили. Собака. Уже лупит по кому-то. И тут уже кого-то убили. Подловить ее, что ли? Ладно, подловлю. Нет, не подловлю. Я ни хера не вижу в этой буре. Ну ладно, пусть немножко подкоцают. Ничего страшного. Ого, нас осталось всего 12. Ёлки, что делать? Я так близко к победе еще не был. Блин, да какого хрена меня оттягивают все время дальше и дальше? Не могли поближе сделать? Надо найти какое-нибудь дерево вон то. И от него играть. Никого? Для начала не мешало бы подлечиться. Что-то мне кажется, что там кто-то есть. Надеюсь, не со снайперкой. Отлично. Жив, цел, орел. Давай по краю. Интересно, видит меня, нет? Второй килл! Вот это было круто! Просто в голову хедшот! Мощно! Твою мать! Ладно, пусть живет. Все, я крут! Вы видели, как я его просто с одного выстрела? Все, ништяк! Подожди, возьми! Надо бинт взять. Всей шелухи этой набрать. И вон он. Снайпер, да? Снайпер. Собака. Ну, пусть шухерится. А этот где? Собака. Ладно, валим через домик. В домике ничего. Он собака. Ладно, надо валить. Иначе меня схавает. Это буря опять. Блин, капец, как поджимают. 8 человек. Блин, мы же здесь все будем сейчас. Надеюсь, никто меня не встретит с домика. Ему по-хорошему надо тоже валить оттуда. И оттуда, который там засел. Во, я пойду в сторону города. Там хоть и запрятаться можно. Блин, ребята, поджимают, просто поджимают. Надо действовать, надо что-то делать. Надо валить. Надо валить из города. Или в город. Хер попадешь. Давай побегаем. Тоже подумал, что нахер это надо. Давай лучше убежим оттуда вместе. Жалко, с ним подружиться нельзя. Так бы аккуратно на пару работали. Так, здесь уже кто-то есть или был. Как это весело. Ой, блин, а вот это уже не весело. Вот эта винтовка, по-моему, получше будет. Фиолетовая все-таки. Снайпер, да? А у меня дробовик есть. Уже третий килл. Охренеть. Да я крут. Я крут. Нас осталось трое. Капец, это, блин, так напряжено, но так круто. Блин, главное, чтобы меня не пробрало. Я имею в виду, что сейчас как начнет переть, я проиграю. Так, всякая херня. Ненужная, нужная. Давай, все. Отлично, у меня охренительная пушка.
Блин, мне надо валить из города. Капец. Трое осталось. Ребята, осталось трое. Вот это катка, вот это плотная катка. Блин, неужели я научился играть в эту игру? Почему бинт так мало забинтовал? Ладно, видимо, это предел. Давай просто отсюда свалим. Я не думаю, что кто-то останется в городе. По краю пойду. Блин, по-любому там сидят. Где-то в той стороне. Ни хера себе у меня есть ресурсов. Я сейчас себе башню построю. Никого не вижу. Стена. Боишься? А ей ничего не остается, кроме как убегать. Давай. Сделай ошибку. Блин. Напряженка. Есть! Один на один. Все. Это дуэль. Охренеть. Успею выпить. Круто. Вообще огонь. Вот это прет. Блин, мне нравится. Блин, уже в круг надо бежать. Или еще не надо. Попробую аккуратно. По тактике. Блин, один на один. Хрен не делать. Я не знаю. Это моя первая победа. Я настолько близок не был ни разу. Вон он. Снайпер, собака. Будем действовать тактически. Не вижу. Вижу. Да ладно. Охренеть, я победил. Крутяк. Вот это напряженная катка была. Охренеть, первая победа. Королевская победа. 5 убийств. Один остался. Вау, вот это эмоции. Охренительная игра. Все. Я буду в нее играть. Классно, ребята. Все. Всем спасибо. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока.